Пилот молодежной программы SMP Racing Михаэль Белов завершил сезон итальянской «Формулы-4». Результатом россиянина стало четвертое место среди 42 пилотов. В своем первом сезоне в сильной формульной серии россиянин набрал 179 баллов. За прошедшие 7 этапов Михаэль 7 раз поднимался на подиум. В 5 гонках россиянин становился вторым и в 2 третьим. В частности, на финальном этапе, который состоялся на итальянском автодроме Монца, пилот SMP Racing стал серебряным призером в субботнем и воскресном заездах. Обе гонки прошли в сложных дождевых условиях, но Белов много боролся с соперниками и смог отыграть несколько позиций, благодаря чему поднялся на подиум. Еще один пилот молодежной программы SMP Racing Александр Смоллер дебютировал на постсезонных тестах Формулы-3 Валенсии в составе юниорской команды «Заубер». В первый день россиянин получил статус лучшего из новичков. Показав третье время круга, Смоллер уступил обладателю второй позиции только 0,14 секунды. На регулярной же основе Смоллер проводит сезон в Еврокубке Формулы Рено, где за две гонки до окончания удерживает третью строчку общего зачета. Международная автомобильная федерация опубликовала предварительный список участников Гран-при Макао. Официально гонка не входит в зачет мирового чемпионата Формулы-3, но является наиболее престижной в этой категории. Среди прочих в перечень вошел чемпион нынешнего года Роберт Шварцман. Россиянин выйдет на старт в составе команды «Према», за которую он выступал в этом сезоне. Партнерами Шварцмана традиционно выступят Маркус Армстронг и Джехан Дарувало.